Акция «Подарок ребенку» стартовала в преддверии Нового года. Ее организовали Магаданская общественная организация «Отряд поиск пропавших детей Магадан» и компания по продаже фейерверков «Феникс». Такая акция проходит второй год. Сотрудники проводят ее для детей из неблагополучных семей. Любой житель Магадана может в ней поучаствовать. Для этого достаточно купить подарок ребенку и передать его в любую торговую точку «Феникса». Находятся такие ларьки на территории многих торговых центров Магадана. Также сотрудники проведут для детей праздничное мероприятие. В прошлом году мы проводили подобную акцию для детей детского дома поселка Ола. В этом году мы проводим эту акцию для детей реабилитационного центра, находящегося на Оле, и его филиала, находящегося в городе Магадане. Детки написали письма. Мы поставим в ближайшие дни елочку с их письмами. А на сегодня хотим сказать о том, что открываем начало акции для тех, кто желает подарить детям праздник. В этом реабилитационном центре находятся дети из очень трудных семей, отметила Юлия Домрина. Поэтому у специалистов Магаданской региональной общественной организации и компании «Феникс» возникло большое желание совместно провести акцию «Подарок ребенку» и сделать детям праздник. Продавцы торговых точек уже поставлены в известность и ждут подарки для детей от любого желающего жителя Магадана. Все детские презенты соберут из торговых точек «Феникса» и вручат детям на новогоднем празднике.